участок Вестфуччи. А, я у меня за Торно где... конфисковали, да. Судя. Да, а где находится это все? Ты машину стопаешь? Эй! Короче, насрать мне. Выбираю этот. Я не знаю, где это находится. Поехали. Прикольно, так за друг дружкой едем. Прямо это, мне напоминает Форсаж. А, что ж ты натворила? Извини. Ты сама уже. Это было чётенько. Хера, 4 звезды. Да. Так, а где моя машина? А, вот. А, у меня... Поставь метку на черепашек. Додги. Блин, на черепашек? Я тебе, наверное, поставить не смогу. Я не помню, где они. А мы помним, что тогда пробовали. Мы пробовали тогда спрятаться. Копы закрываются. Тут, короче, нужно доехать. Не парься. У меня додж. А у вас что? Мустанг. Ну да. Мустанг — это хорошо. У меня додги. Достал ты на своим додге. Додж, блин. Блять. У меня тогда одногруппник сказал додги, так все. Хера, 8 километров, ёберный. Знаешь? Да ёб. Да ёб. Столько мужиков стоит с пушками и перекрывают дорогу мне фургонами. Прям вот. Плохо дело, плохо дело, плохо дело. В критичной ситуации я плохо вожу. На заметку. В прошлый раз я что сделал? Я свое довез, спрыгнул на базар и поехал спасать их. Там примерно так же было. Нет, тогда мы с тобой нормально приехали первый раз. Первый раз, да, когда уже с Маней были. Нет, мы с тобой вдвоем на автомагистрали. Мы еще с Маней поняли. Да, что-то я не помню. Ладно. Да вы задрали мне дорогу перекрывать. Черти вы. Ну чё, сейчас налегке поедем. Ну, я думаю. Лёша из машины налегке. Да что? Да ладно, я всего-то 72 килограмма, Лёша отстанет от меня. Бля, ебучая машина, вот бесит, вот когда вот тут едешь, да, пытаешься убить. Я перевернулся. Ёптать, что вы творите, психи ненормальные? Господи, тут менты просто творят такое... Вот уж отпустили бы меня. Они сами столько разрушений делают. Ну? Ну угнал я машину, ну господи, ну чё такого-то? Ну с кем не бывает. Так, сколько мне км осталось? 5 км, а вам? 5,5. Ну... Блин, чтоб вас. Чмошники. Да хорош меня в жопу запихать. Так, господи, да куда ты поворачиваешь-то, а? А, ее заносят нормально. Да я не про машину, я про другие. Ты... Ну куда? Леша, ты что плачешь? Я нет, я не плачу, я не с вами еду. Вот! Как она взорвалась-то? Это было красиво. Ну блин, я пропустил этот момент. Да, это было просто. Как она взорвалась? Вот что меня интересует. Ты, а ты в курсе, что ты липучками шпылялась? Это-то да, но я не нажимала на кнопку, чтобы она взорвалась. Они попали в нее. У нас уже такое было. А, ты в нее врезалась. Не, просто если из ментов кто-нибудь попадет в липучку, которую ты держишь в руке, она взорвется. А, нет, она успела ее кинуть. Да. И нас, короче, это. Ну, в нее попали, возможно, в воздухе. У нас ну, было в принципе, такое. Да, вертушка была. Помнишь, когда мы с Ваней выполняли миссию? Да, да, да. Где надо было угнать мед. Вот там то же самое было у меня. Я держал липучку в руке, у меня мент стрелял. Я помню, этот момент еще акцентировал. Ага. Вот видос. Ага.
А, помогите доставить транспорт, ёпта. Кирилл, едь давай. Я еду. Мне осталось почему километр. Моя 30. Машина ко мне не довозится? А потому что сейчас миссия идет. А ничего, что надо мной истребители летят? А по мне, блин, грузовик проехал. Петрила, блин. Да идите вы в жопу! Блять, еще и промазала, ну. У меня уже две звездюлины. Давай, 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 сваливай. Подожди, мне там на повороте, где мне надо свернуть, мент стоит. Ну, вот. Сворачивай. Я жду просто, когда он чуть вперед проедет. Так, я привел машину, а что надо сделать-то? Наверное, я догнал. Смыкаться. Все, машина на месте. Че? А, во. Блять, их и не видно. Десять штук. Ну вот, 12,5 мне дали. Тоже. Мне 10. А сбоку зелененьким сколько? 13. 13? Схерали. Потому что тележка. Я, блядь, довез тут машину. Мне дали еще 12,5. Все, сейчас еще за 500 баксов будешь грызться, да? Да, блин, конечно. За... Тут за 100-то грызутся, а за 500-то... Готово лицо обглодать, а? Кстати, причем я вижу нашу тачку, которая взорвалась. Я не хотел. Да ладно, это было эпично, прикольно. Что-нибудь еще там есть? Да, сейчас будет через несколько минут. Да-да-да, там уже КДшка есть. Да. Повтор этой миссии через 10 минут, а все остальные через 4. Че там, вы на машине уже или как? Нет. Я пешком. Пока. Так, как... Ух ты! Что, полетели? Полетели. Ох, чё-то мне страшно. У них, у тебя, блин, шлем. Под шлемом очки. Давай, а чит у нас окна выбили. Лёшка, что ли, балуется? Да. Ты почти попал в пилота. Не-е-е-е-е. Любит она вертолеты. А ты что думал, что я чё? Видишь, он цел, невредим. Чё, хочешь сказать, что я управлять им не умею, а? Ты как? О, хочешь? Посмотри на менты. Там может случиться эпилепсия. Не, я не страдаю эпилепсией. Эй-эй-эй-эй! Так, а как нам тут что делать? Да прям туда заезжай. Так вот я. Блин, ну вот вы мне дали доехать. Так бы я уже доехал. Там, наверное. Смотри, еще один штурмовик есть. О, круто. О, там люди выбежали. Хочешь сесть в него? Да, надо. Только надо очистить зону. Я стану. Не топись. Да не волнуйся ты, но я про, я не желтород. Да. Вещь там. Только что, по-моему, чуть не взорвался наш второй штурмовик. Это все в третье. Вроде бы. А не туда. Нормально. Это было профессионально. Осторожней, тут рядом. Я его выделить просто не могу. О, молодец.
Во, мы будем прикрывать его. Не утопи. Да не, но я прям туда хочу заехать. Мы прям в ангаре. Это доки. Доки, окей. А где груз-то у нас? Чемоданчик, он внутри. Тут надо... Ой, блин. Плохо дело, у меня пукан дымится. Ну я про вертолет. Я уж понял. Тихо, вертушечка. Да где-то тут он, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! О, он через стекло прострелил. Кажется, там сзади падла была. Да. Вдвоем завалились. Так я, вон, блин, через стекло, я ж не ожидал даже. Я тоже не ожидала. Блин, еще и копы, фак. Да. Твою же ж налево. Давай новую возьмем. Да, а вот и Кирюш. Во, вот эту берите, она охрененная. Серенькую. Давай. Садись. Да, блин. Ядра исколотить. Сука, нашел время выкидывать. Спасибо за толчок. Да иди-ка ты в жопу. Блять. Все, они нас зажали. Не ссать. Тут ты посмотри, какие они настырные-то, а? Так, ладно. Кстати, я не в розыске. Молодец. Я тут машину. Сейчас будешь в розыске. Давай, машина, давай, не подведи меня. 800 метров. Тут свернуть нужно будет налево. Я знаю, вижу. Обычно... Ой. Давай, не убей его там. Ой, бля, менты. Нежданчик-то. Плюс 18. 18. 17. Я машину перевернул. Заебись, сейчас теперь остался куда не добраться. Ага. А Лелик села? Угу. Да, села и сдохла, потому что тут какая-то баба, блин, на своем грузовике, блин, встала посреди дороги, падла. А, кстати, у меня нет звезд. Я могу, мне кажется, спокойно в нее сесть. А здесь машина, там не взорвешь. Мне только что над головой пролетела ракета, это нормально? Это норма. Я не я, если ничего не взрываю. Кирюха, ты в нее сел, что ли? Да. У меня, правда, звезды обновились. Так я же тебе говорил, что они обновятся сразу. Вот, оставил транспорт. Плюс 25 тысяч. 25. Во. Лёха, ты тут? Угу, вижу. Балет. Машул. У нас балет. Видишь, мы сегодня весь день устраиваем балет. На осаде мы тоже устроили балет. Нам было скучно. Мне нравится вот это вот. Мы постоянно здесь тусим, ты заметил? Да. Ничего, гоу. Кстати, а не тюнингуются прикольно вот эти вот. О, так, меня награду, но не назначили, только сколько я не видел. Надо забрать. Пять! Ты недостоин 9. Вы от первого лица, надеюсь? Нет. Эх, так неинтересно. От первого. Вот теперь... От первого. Да? Ну давайте от первого. <с
У кого первая машина взорвется? Ой, давай, думаю, мы это долго будем делать. Это надо было ехать на этот аэродром, там получше, там место побольше. Да. Не, ну я даже здесь умудрялся на самом деле машину замучить. Блин. Нет, не намазала. Блин, где выход-то? Блин, жесть, стекло вылетает так. Блин, меня затащили туда же, куда. Не боюсь сюда подъезжать уже. Блин, от первого лица жестко, но прикольно. Ну, надо. Скользнул. А у него машина быстрее, чем у нас, наверное. Или я даже не знаю. У нее, скорее всего, ускорение побольше. Ну да. Но максималка у нас больше. Возможно. А у нас просто спортивка считается. Ну, такая дешеванская. Эта машина еще из GTA 4, кстати. У меня дверей нету. Кстати, зато обзор хороший стал. Блять, я бы чей-то байк раздавил. Да пофиг на него. С двух сторон. Ах, вы двое против меня, да? Да не, на самом деле... Как повезет, у Лёши это развал прикольный стал. Да и у Лёльки тоже. А у меня как? То, да, у тебя тоже развал, кстати. И сейчас в меня сзади, да? Эх, кто там сзади-то? Я не вижу. А, вижу. Блядь, не вижу. Самое главное, тут они заехали. Да-да-да. Не, ну оттуда можно выехать, конечно. Не чиниться. У меня, по-моему, дымится уже немножко. Такие машины разбиты уже. Да не, но площадочка нормальная. Бля. А, у меня капот открылся. А чё? А, все, отвалился. Отлично, норм. Ах ты вы, зараза. Так смешно выглядит, блядь. Тачка без капота, без крыльев и с таким развалом, блядь. У кого, у меня? Да-да-да-да. На. Не, ну тут дрифтом хорошо заходить. Блядь, сейчас нас вылетят, расходимся. Меня аж выкинули нахуй. О, да. У меня что-то отвалилось. Или не у меня? Фиг знает. У тебя белый, у меня зеленый, у него красный. Блин, да, ее машина толкает меня сильнее, чем это. Там бампер чей-то валяется. Ай. Такие осколки валяются. О, кто Лёшенька дымится. Так кто-то уже. Да? По-моему, только зелененькая машинка еще не дымится. Блять. Я горю. Сейчас она потухнет у меня, я это... Ну дайте мне уйти с поля боя. Машина горит.
Я выбыл. Но кто? Я, кажется, догадываюсь, кто выиграет. Я, кажется, тоже подозреваю. У кого-то прочности, по-моему, больше. Ну давай тушись. О, у меня огнетушители есть. А, нету. Так, вроде бы нет огнетушителей. Она потухла. Блин, он не заводится. Не. Кстати, паркурить прикольно от первого лица. Я горю. Ае. Сейчас поправим. Нет, нельзя. Нет. Говорю, нельзя. Машина. Я хоть на нее посмотрю. О, господи. А как это у нее передница появилась? Ее ж не было. Чё, я готов на дерби. Может, мне надо перезайти? Может быть. Я что-то потерял вас. Вы где? На дерби он приехал. Простите, это было очень соблазнительно. Блин. Смотри, какое колесо. Белаз. Где этот жопошник оранжевый? А чё за жопошник сразу оранжевый? Что за пьяные разборки? Что за блядь? Ай, бля. Что происходит? Блин. Махач. Мне пожарник дал. Вы такие позы, сука. Вы очень грязно, вас надо помыть. Меня в жалко, да, с вами. Вообще, там сплющило. Сука, у меня и так челюсть болит. Прикиньте, копы сели в машину. А, так еще и копы, блядь, по нам стреляют, ёптать.
А, ну да, мы с пожарников пиздили. Блин, откуда мне ружебайка в руках? А, меня сейчас копы убьют. Я, да, ржачно упал. Я спрятался. Ему я выжил. Так потому что мы все еще в этой. Ух ты. Посмотри на вид из машины, как прикольно. На заднее сиденье. Эй, вот там чё? Классен, прикольно. Это очень плохо. Ман! Это круто, да? Ну так мы там сейчас до миссии, блядь, доедем. Минус птичка. Ладно. Ой, я глух. Кстати, у нас колеса горят. Кстати, такое адское пламя, блин. Ой, а мы реально горим. А! Не доехали. На счет три. На счет три. Раз. Раз. Два. Три. Три. Йоху! Йоху! Ой. Ух. Я жив. А мы на дно. Приземлились. И сколько у тебя хп? Половина. Фига. Ну он, наверное, в более глубокое это прыгнул место. Жив? Да. Ой, ёптать, перелетел мост. Что, видно было? Я видел, это было как в фильме НО или как там он. Где инопланетянин, парень с велосипедом. Да. В букву Ю сложилось.